Не. Ребятушки, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Всем доброго времени суток! Финал верхней сетки. Дуэльная лига от 104-го турнира. Пассита против Проксима. Как мы видим, Авокин, Строк против Галены будет сейчас воевать. Уверен, это будет шикардосовское действо. Погнали смотреть. 2, 1, в бой. Камон. Начнем за Пасситу. На центр пойдет? Нет. Теперь сам Бог велел на центр сходить, дабы поднять еще желтенькую. И теперь максимальный стек по броне присутствует. Шафта нет, соответственно, идем за него. Разница есть в появлении основных айтемов. ...120 хп, выжег! Дрон! Как вовремя был выпущен, и в этом есть некий скилл, ребятки. Когда же выпустить эту комету, эту боевую муху? Есть все тайминги у Паситы. Проксима пытался выбить быстрый фраг, но Пассита явно был готов к этому. Его шафт оказался более имным, чем у Проксима. 2-0 на первой минуте. Первая мига, потом желтый сверху вот здесь вот. Пассит отдал позицию на красном. Это глупо, надо было через центр вот этот жрать. Он думал, прям все скушаю. Но нет. Если бы Проксима чуть больше попал в той ситуации, он мог бы претендовать на подъем красного. Однако не случилось. Закончились ракеты у Проксима, Пассита. И как же ему повезло, дрон второй раз выручает. Какой мувмент. Какой кайф. Так. Хорош! Муха в бой, фаст! Ай, прекрасная рельса, ребята, от Паситы. Стала виновницей 4-го фрага. По-прежнему прекраснейший темп демонстрирует Пассита. Темп, темп, принятие решений, момента. Это все мгновение складывается, в конце концов, в секунды. А Проксима не лайком шиты, посмотрите, поддамажил, тем самым зафиксировался на подъеме миги. Все шансы есть у Проксима забирать ее. Что ты делаешь, алё, дядь? Ты что гонишь, ебать? Не тут-то было, говорит Проксима Сергею Пассите. А Пассита говорит, тут было, было, да, и делает пятый фраг. Подлом не получился, прекрасная реализация дамага от Пасситы. Явно знает, что делать, ожидает. Все эти заманухи от оппонента. Считает, так скажем, возможные варианты. Хороший слайд от Строга, попасть ракеты не удалось. Но тайминг словил. 29 следующее красное. Нужен рельс. Как же красиво. И сдулся. 7-1. Красная за Проксима. Изменился алгоритм появления айтемов на карте. Помнит ли его так хорошо Пассита, как первый вариант, который был все эти 3 минуты? Ракеты по сотке выбивают всю дурь из Галены. Пока не слишком развитая Галена, смотрите, как напрягает ее.
Это темп, ребята, шикарнейший темп. Галена не хочет останавливаться. А именно только это надо сделать и отдать полностью контроль такому игроку, как Пасита, тем более на строге. Как же быстро у него получается все это делать. Я это говорю, ребят, на своих коучингах, на своих школках. Если поделить Авокин пополам, а именно находясь на меге, смотреть в сторону ракеты, то карта с этой позиции делится на пополам. И в правой ее части остается мега, красный, желтый и желтый там снизу. А с левой части остается шафт и желтенький армор. Абьюзом респаун Пасита постоянно выдушивает своего оппонента, чтобы тот зареспаунился на шафте. И только лишь вот спустя 5 минут у Проксима удается забрать какое-то подобие контроля и этой же монетой ответить своему оппоненту. Но очень эффективная тактика. На данный момент 13-2, и учитывая даже время, которое осталось, чуть более 4 минут, почему-то мне не верится, что можно 11 фрагов на пассивном строге вернуть. Боевая муха в бой рыбнется. Только лишь одно. Один промах, и Пасита делает свой 14-й фраг. Беспонтово Мутузилова перешел тактический бой. Явно оппоненты греются, прогреваются и делают шоу для зрителей. Хотя, как мы видим, предопределен уже результат. Я ума не приложу, что должно произойти. И время есть, да, ребят? Вроде бы 3,5 минуты, 9 фрагов. В идее это все реально. Но мне кажется, даже самый чемпионский чемпион не справился бы в таком случае и не камбэкнул. Но если я ошибаюсь, то это будет одно из самых прекраснейших аимных чудес на планете Квейка, которые мне когда-либо приходилось бы созерцать. 3 минуты, 9 фрагов разницы. Несмотря на мало хп, на отсутствие вообще его, в принципе, Пасита позиционки был, сделал фраг. Проксима сейчас добыл свой 6-й, но даже наличие контроля, просто лишь стоять и потянуть чуть-чуть время. Хорошо, 8 фрагов. 2.15 осталось. Еще бы убил бы, я вообще бы охренел. Две минуты, 7 фрагов. Пасита резвится, то и дело, только лишь собрав обилку, запускает своего дрона, дабы потренировать. Итак, крутой на нем мувмент. Скажу вам, не так и просто на таких игроках, как Проксима, делать фраги за эту боевую муху. Как же ж он чувствует, как читает этих противников, и ёптеть. Фраг от Проксима. Такой Проксима говорит: ты что, офигел? Это что, блядь? Только тебе меня убивать на этой карте. Я сам могу.
30 секунд, ребят, и Вокин подходит к концу. Как львы на арене тягаются, стреляются. Красивое действо. Красивое. Победа. ГГ. Первая карта отходит на сторону Паситы. 1-0.